Привет, ребята! Ну и что, мы с вами на острове Шри-Ланка, и это канал Best Family. Мы с вами сюда прилетели дней, не знаю, 5 назад, и я впервые надела купальник. А это значит, что я, возможно, искупаюсь в океане, что большая редкость. Обычно я нигде никогда не купаюсь. Я 7 месяцев прожила в Гоа, и ни разу, по-моему, ни разу, наверное, нет, ни разу не искупалась. Я живу в Сочи летом, и за этот сезон, за 5 месяцев в Сочи, я искупалась 3 раза. Я вообще люблю жить. Влад, давай перейдем дорогу. Руку, руку, руку. Я обожаю жить возле моря, быть в этой атмосфере, но не купаться в море. Вот ну, такой вот человек, да. Мне оно надо, чтобы оно было в шаговой доступности. Ну, не знаю, нету кайфа у меня, чтобы прям буйком там плавать. А так. Я там искупался 100 раз. Владушка, даже да. Миллион. Для меня главное, чтобы вот этот мой маленький любимый человечек был круглосезонно на море и купался. Вообще не было холода вокруг него. Морской человек. Так, идем. Сегодня я иду, я взяла с собой работу. Влад будет купаться. Я буду в тенечке сидеть. И... Вот, а я буду в тенечке где-нибудь под пальмой сидеть и работать свою работу. Потому что я вообще забросила Инстаграм. Это очень плохо. У меня в Инстаграме сейчас основная... хорошая работа, продуктивная, я имею в виду финансовая, а YouTube-то монетизации нет, ничего нет, на Дзене 60 рублей в день мне платят, то есть особо не заработаешь. Слушай, пойдемте туда, на наше место, а? Ну не люблю я вот этот пляж, ну не люблю я, когда здесь столько людей. Не знаю, короче, я хочу, они хотят вот на центральном месте, где очень много людей, я не знаю, чем их это привлекает, я люблю уходить там, где никого нет. Ну, у тебя есть, да, причины, почему мы должны сидеть вокруг людей, чтобы все разговаривали вокруг меня. Я не хочу. Я интроверт, короче, я поняла. Ну, а что я могу сделать? Я хочу посидеть спокойно, поработать, тем более у меня не работает, мы потеряли одни... наушники от айфона где-то в самолете, естественно, без потерь не обошлось, а одни наушники, поломался один наушник, короче, бред, какой-то один наушник всего. Что? Из другого кейса. Из другого кейса, да, там что-то, я этого не понимаю, что там, как. Вот. Да что ж я должна у тебя каждый раз, она мне говорит, ну купи, да купи ты эту кофточку. Не нужна мне кофточка. Мне нужно где-то... Мне надо где-то присесть в тишине, чтобы через один наушник я слышала то, что я делаю. Слушайте, очень много людей, конечно, отдыхают из Казани. Потому что там очень дешевые перелеты. О, какая! Видите? Трудятся. Малышка пришла уже помогать. Ой, а вторая сидит на стуле. Сейчас покажу вам ее. Там вон вторая сидит на стуле. Малыха. Видите, всей семьей работает. Hello, hello, good morning. Вот такие вот трудяшки. Они здесь что-то будут сейчас продавать, наверное. Я не знаю, что, правда. Вот. Короче, пойдемте дальше. Не будем отвлекать людей от работы. Сами ни хрена не делаем, да? И другим мешаем. Вон счастливые собаки. Лежат в тенечке себе. Так. Это пляж Хикадува, я напоминаю. А то мне многие говорят, где вы находитесь, что за пляж, на Хикадуву не похож. Очень даже, вон впереди рыбный рынок, и то есть наша локация возле рыбного рынка. Не похож, потому что, я же говорю, мы уходим в сторону и купаемся
не на центральном пляже, поэтому кто был только на центральном пляже, кто-то говорит, что ничего не понимаю. Так, сейчас найти себе бы место в тенечке. Наверное, вот здесь может быть. Да? Ну, вот здесь, короче, я буду работать. Здесь жалко, нет лежаков. Можно было бы, конечно, классно на лежачке полежать, но, блин, лежака нет. Поэтому вот так. Вот здесь в 2 метрах от меня будет купаться Влад. А вот здесь буду... Ой, слушайте, может быть, даже буду купаться и я. Приплывала огромная, преогромная черепаха, но мы ее не засняли, поверьте на слово, она была просто больших размеров. Вода прозрачная, сейчас если получится показать вам, и очень теплый океан. Вот, я на глубине, и вы меня видите. Блин, у меня камера не водопроницаемая, там надо аккуратней, чтобы ничего не произошло. Класс. Ради вас, только ради вас залезла в океан. Ой, классно. Супер. Уже обед. Надо идти домой, чтобы Владик учился. Надо писать русский. Вот. А мне работать. Ребятки, познакомились сейчас на пляже с ребятами, которые живут из Кемерово. Сергей и Юлия. И они живут в отеле «Финланка» называется. «Финланка». И они нам говорят... Я чуть меня не задавила, улыбается. И они нам сказали, что у них в отеле есть бассейн. И завтраки стоят $4. Вот мы решили пойти в... посмотреть, что там, позавтракать и искупаться в бассейне, посмотреть территорию, что там за отель такой. Ребята говорят, 2 звезды, но вполне себе приличный. Ну и тут вот как бы улочки такие, что интересно и погулять, посмотреть. Мы еще по этой улочке не ходили. Ой, какой крут. Вон, бананы, как у меня в этом. Видно вообще? Что-то я не вижу, вам видно или нет. Как у меня в головинке бананы. Так, ну и что, вот здесь, значит, развязка. Ты видишь, Жень, «Финланка» написано? Где? О, «Финланка», так это вот прямо оно написано здесь. Это что, оно? Мы что, пришли? Давай спросим. Здесь, слушайте, а меня банят YouTube постоянно за этот... YouTube меня банит за музыку. Вот сейчас мы, например, зайдем. Ух ты, что-то у него такое интересное. Hello, my friend. Финланка. Here. Да, посмотри, твое кафе интересное. Так, здесь нам громко говорить, чтобы его музыку не было слышно. А то меня банят. Хочу показать, какое аутентичное место. Прикольно. Хочу очки снять. Там на 2-й этаж можно подняться и посидеть. Там это вот кафе такое интересное, что у него какие-то вот шарики висят. Ну, пошлите. Ну, мы в «Финланку» идем.
такие избушки, как это, бунгало. Ой, слушай, прям на дереве этот, на таких этих столбах. Good morning. Вот она он. Мы нашли. Слушай, ну действительно от пляжа очень близко. Вон Финланка, он говорит, только появился на букинге, то есть не на букинге даже, ну и на букинге он есть, а больше появился для туров, его стали продавать. Раньше это первый год. Блин, такая зелень красивая вообще. Тут, конечно, потрясающая природа. Так, да, есть бассейн, лежаки, качельки. Сейчас посмотрим, завтрак есть. Мы хотим позавтракать. Красиво, очень красиво. Ой, смотрите, как кокос или что это? Что-то как-то растет странно. Так, ну что, можно и разуться, да? Так, одна группа. Я разуваюсь. Тут вот боги, Ганешек, красавчик, тут же Будда. Hello. Так, а все уже, завтраки закончились. Видите, нет, пустые кастрюльки. Поздно мы пришли, поздно. Прикинь, а там они спят. Ничего, мы посмотрим, как вы спите. Есть библиотека. На русском языке есть книги, интересно. Что? Ага. Есть библиотека, не знаю. Hello, my friend. Hello. Breakfast finish. Today finish. Open 8. Close 8:30. С 8 до 10. Окей, thank you. Hotel? Не, no, next hotel, after. А. Да, yeah. Lunch. Lunch, dinner, no. А, нет ланча. Очень жаль. Only breakfast? Yes. Только breakfast, ребят, так что, короче, мы не покушаем. Ну, что делать? До завтра тогда. Tomorrow. Хорошо, мы придем завтра. Блин, жалко, конечно. Идемте, да, она тебя угостить хочет. Дашка, иди возьми. Хочет угостить. Ой, слушай, у нее здесь такой петух стоит интересный. Из латуни сделанный петух. Блин, нифига себе, круто. А здесь общая кухня. Кто живет в отеле, они могут готовить на этой кухне. Так, ой, смотри, сколько много дала баланчика. Thank you, ma'am. Сейчас Виталик посмотрит, сколько здесь стоят сутки в этом отеле, если на букинге бронировать. Хороший бассейн. Я бы здесь зависла бы. И тенечек хорошо, здесь прохладненько. Можно было бы. Кокосы висят, отойди. Ты под кокосами стоишь, сын мой. Че, один день? 18 тысяч рупий, но у меня почему-то в рупиях показывают. Ладно, не повезло нам с завтраком. Никакого нам завтрака. Плохо, что, короче, только в отелях есть завтраки нормальные, а нигде в кафе не покушаешь, ну, не позавтракаешь омлет, там, знаете, сосиски. То есть, как привычный европейский завтрак был. Так вот. Ну, ладно, потерпим до завтра. До завтра ничего есть не будем. Не позавтракали. Опоздали на завтрак. 200 рублей здесь кокос стоит. 60 рублей русскими. Вот тоже, слушайте, это что? А давай, какое-то вот название, я, короче, не знаю, что это, но можно зайти посмотреть, что здесь в меню. Вдруг здесь что-то есть. Hello. Это бургер какой-то. О, ну, в принципе, да, можно, если что, бургер поесть. Здесь есть зал. У них роти вкусные. Вы кушали? Потому что я роти где не возьму, не везде такая ерунда. Ну, то есть вкусного еще не было. С
вся проблема только с завтраком. Можно себе завтрак. А бургер не брали? Он же бургер называется, да, я так поняла? Бургеры тоже брали. Сейчас субмарины уже ждем, должны принести. Кого? Субмарина, это теплоход. Ну что здесь есть? Вот роти здесь есть. Значит, чикен чиз 900. 900, ну это, короче, 1000 рублей, это 300 рублей, напоминаю вам, да? И сладкий есть. Владушка, давай сладкий затрипнем, да? А здесь у нас... Так. 100 рублей. Блин, да как мне выровнять камеру, а? Два раза нажми. Она уйдет туда, наверх куда-то, видишь? А теперь вниз, да? Вот так давайте сделаем. Короче, 100 рупий, 30 рублей, ребят. Я что-то сегодня микрофон не одела, да? Вон джусы. Ой, слушайте, здесь такие джусы тоже дешевые. 150 рублей получается на наши деньги. Так, ладно. Бургеры. Где бургеры? Завтрак. Омлет. Омлет. Чиз омлет. Бекон омлет 800. Короче, вот они, завтраки. 800, это 240 рублей получается. Они бургеры, бургеры, бургеры. Сейчас найду бургеры, чтобы еще бургер вам заснять. Вот они, бургеры, да? Или нет? Ты видишь где-нибудь бургер? Десерт, коти, бургер. Вот они, бургеры. Ну, короче, 1400, это получается где-то 420 рублей бургер. Все, сейчас что-нибудь закажем, покажу вам что. Смотрите, что ребята за... называется блюдо субмарина, да? Да, да. Ой, хочу заснять же. Сейчас, подождите, не ешьте. Ой-ой-ой, сейчас, подождите. Нельзя есть, сейчас я настрою камеру. Вот такая субмарина, короче, там котлетки, яичница и помидоры, и креветки сверху паруса. И сколько это стоит, ребят? 2500. 2500, это на наши деньги получается 750 рублей. Ну, где-то так, 750 рублей, вот, пожалуйста, субмарина. Прикольно. Спасибо. Слушай, а может мы тоже закупим субмарину? Нет. Слышишь, подожди. Может быть мы тоже себе закупим субмарину, взяли и сожгли все. Слушайте, а что, была бы не была, да? Давайте и нам субмарину. А давай нам тоже субмарину. И нам субмарину неси. Ну слушайте, ну такое прикольно. Да что мы чужое снимаем? Надо с ним съесть. Но омлет, субмарину давай будет гуд. Субмарина? Это спрайт. Прикольно. Тоже как северяне субмарин. Будем. Так, ну что, и вот и наша вкусняшка пришла. Слушайте, креветки клевые вообще сверху. Ну сейчас попробуем. Слушайте, здесь три вида мяса, да, я так поняла, курица. Говядина, котлета, бекон. Боже мой, какое огромное блюдо. Нам нужен нож? Нам нужен нож, естественно. И тарелка. Сейчас, короче, поделим. На всех нам как раз он Владик, и вот она, и вот он этот. Чтобы вы понимали, какого он размера. Нам на всех как раз его хватит. Тише, тише, сейчас разломаешь. О, Владычок, сейчас эта субмарина наша пойдет ко дну. Не надо ее дырявить. Попробуем. Начнем с паруса. Ой, я вытащила, он сейчас разломается, да? Какая креветочка. Вкуснятина какая. Ой, какая вкусненькая. Давай я разрежу. Если у меня, конечно, получится. Ты можешь мне помочь придержать ее чуть-чуть? Эту субмарину. Обалдеть. Ну и все, это такой бургер. С тремя... а тут еще и сосиски. Тут еще только нет. Они, короче, все, ложи такие, так что... Остатки. Помидоры порезали, говорит, салат девчонки заказали. Просто помидоры порезали колечками. Говорит, принесли, говорит, вот вам салат. Это очень вкусно, ребят. Все, мне приятного аппетита. Вам, ребята, всем приятного аппетита. Мы будем кушать. Короче, ребят, запоминайте это место.
Здесь безумно вкусные бургеры. Невероятно. Вон наверху была вывеска. Она от центральной дороги. Сейчас еще раз вам покажу эту вывеску. Ведрюк, кто прилетит. Вот. Ищите на карте. О, все, пошлите. Я домой пошла. Ребята еще остались доедать. Я все. Блин, хоть в Хигадуве оставайся. Мне так здесь нравится. Мне здесь все так устраивает. Я думаю, может быть, нам надо здесь и остаться. Просто съездить в Гали погулять. И не искать себе что-то еще. Потому что я бы... Меня что-то здесь все устраивает. Вон сейчас как раз ребята идут с Кемерово, которые живут в Финланке, отель. А мы были в Финланке. А там закончился завтрак, и мы в бургере кушали субмарину. Вообще шаурму шикарно. Ждите, нет? А? Шаурму видели? Какую шаурму? Там шаурма продается напротив. На фюре это Хигатранс. Хигатранс, там шаурма 130. Ой, 1300. 1300. Слушайте, ну мы сейчас там такую субмарину съели, мы ели этот, там не, все не, на свете было. Они только без гриля ее делают. А мы думаем завтра утром к вам прям, у вас завтрак заканчивается в 10:30. Вот мы придем к вам туда завтракать, мы уже с хозяйкой договорились. Да. Ну я же говорю, мы у вас были. Понравилось очень, у вас так зелено, там так классненько. Там так спокойно, так тихо. Да, очень хороший у вас отельчик, мне понравился. Но на букинге он висит 5000 в сутки, да, где-то? А мы не смотрели сейчас, 5000 в сутки, да? Она сказала, хозяина нет, я говорю, сколько стоит сутки, она говорит, надо боссу звонить. Я говорю, ну завтра придем, посидим, и вы позвоните. Ладненько, бежим, а то очень жарко, да, уроки бежим делать. Все, ребят, мы вас проведали. Это Сергей и Юля из Кемерово, шахтеры. Помидоры у них по 300 рублей. Влад, ну, пока ты в море купался, я с людьми знакомлюсь. Ой. Че, ребятушки, на этом наше утро, прекрасное наше утро, заканчивается. Мы вместе с вами сходили на море, на пляж, позавтракали. И увидимся позже. Я так думаю, что эта серия была не так уж и плоха. Слушайте, мне пишут там комментарии, чтобы я на камеру не кушала. Там, конечно, по-другому написано, не жрала. Вот. Ну, короче, говорят, не кушай. Не чтобы, ну, это я, типа, мягко говоря, говорю. Всем, кому нравится, смотрите меня. Обязательно подписывайтесь и ждите следующую серию. Она выходит каждый день. Каждый день. Сегодня вечером тоже буду снимать, а сейчас мы идем отдыхать. А Владик куда идет? Учиться. Правильно, сынок. С радостью надо говорить. Учиться, мам. Учиться иду. Чтобы быть кем? Умным. Правильно, сынок, чтобы быть умным. Он учится, чтобы быть умным. Все, ребятки, обняла вас всех. Фух, пришли. Что происходит? Куда они все идут, интересно? Hello. Куда они все идут такие красивые? Hello. Смотрите, они все в саре. У них собрание. У них собрание на втором этаже. Я думала, что они там стучат? Мы здесь живем. Ты почему не читаешь? Бегаешь по улице. А они-то на собрание все пошли. Вот тебе и пожалуйста. Планерка. Влад, быстро читать, на закат за тебя не успеем. Читай. Сегодня заката нам не видать. Каждый раз после обеда идет дождь. Поэтому мы никуда не выходим, сидим в комнате. Но все равно хорошо. У нас есть много фруктов. Мы кушаем фрукты, смотрим YouTube. Нашей серии. Ну, конечно, хотелось бы посидеть на пляже. Ладно, будем радоваться тому, что имеем. Залечка, как так получилось, что ты идешь? Ты не промок? Такой как под летним дождем. Да? Я вообще не спешил никуда. Да? Еще и не спеша ходишь, гуляешь без нас? Мы тоже хотим. О, слушай, может, мы здесь вот посидим, у нас здесь столик есть, я хочу сидеть, да? А что сидеть? Ну да. Ладно, хоть на дорогу бы смотреть, да? А так, на пальму вот это сидеть смотреть, чьи не зрелище.
Ладно, пошли в хатку тогда. Слушай, иди сюда, смотри, здесь какое местечко. Можно вот здесь сядем, да? Здесь нету дождя. Вот здесь, да, можно сесть. Прикольно будет за всеми смотреть. В натуре. Вот здесь вот два стула сейчас поставлю. Напал гибком. Посмотрите, он просто упал на него сверху с потолка и теперь по нем бегает. Я бы сдохла, если бы такое со мной случилось. Но он сзади что? Поворачивайся, он впереди уже. Это... Просто он тебе сможет залезть в ухо. А! Он на лицо залез! Это Яша. Какой Яша? Это гибком, который жрет комариков. Ну это мой. Офигеть, что происходит. А ты будешь долго так терпеть? А терпеть? Тебе не пройти, ты боишься? Но он же не кусает. Ля! Уже залезет в ухо, а прикинь, сейчас под кепку залезет. Гекон, прикиньте, он на него с крыши свалился. Он такой полупрозрачная ящерица. Виталик, что-то происходит. Она как слизнячок такой.